А начну с аварии. Она вновь со смертельным исходом. В Ярославле на тормозном шоссе водитель Рено не справился с управлением и машина влетела в дерево. Иномарка разбилась буквально в лепешку. При таком ударе у тех, кто был в автомобиле, шансов выжить практически нет. От полученных травм на месте ДТП скончались 28-летний водитель и 22-летняя пассажирка.